Слушай, видишь, прикол, если я сейчас назад приеду, то я не могу домой его. Вот. Добой пожаловалась. На бор. Да. 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 Изабелла. Направо. Да, да, направо. Ну да. Да. Со стороны, да? Да. Вот, когда мы выйдем, у нас есть... Да, чисто женский опыт. Как это он не падает? А должен падать? А он должен падать? А может, нет. Почему? Может. Может, может. Ну, женщины тоже больше, чем ступни. Они же не падают? Ну, сравнит. Да, сравнит. Ну, женщина, да. Почему иногда падают женщины? Тоже. Вот сравнение. Тропку не потерят. Это могут, если пробоины с одного края, то можно прокинуть. Тогда надо затапливать одновременно еще и с плотяного угла. Ага. Вот, смотри, здесь классное место для рекламы. Да. Здесь шикарное место. Здесь все что угодно можно налепить. Непонятно, почему нет рекламы. А, вот эта рамочка для фоток. На обратном пути можно будет встать и сфоткаться. А можно сейчас сфоткаться на халяву? Ну как?